Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у меня будет для вас очень важное объявление. В первую очередь это объявление будет касаться тех, кто собирается проходить Панамский канал, тех, кто живет на своей лодке и собирается из Атлантического в Тихий океан. С 1 января 2020 года прохождение Панамского канала подорожало на 100%. Немножко дальше я вам приведу все цены относительно того, что было и что стало в зависимости от размера вашей лодки. Но, как вы помните, прохождение Панамского канала состоит из нескольких частей. Это официальные чекины и прочее-прочее именно непосредственно в канале. Агентские, и это все набиралось на сумму порядка 2500 американских долларов за прохождение канала лодкой, по-моему, до 50 футов. Ну, опять же, я дальше эту информацию дам. Так вот, та часть, которая была официальная фи за прохождение непосредственно канала, она составляла 800 американских долларов. С 1 января будет увеличена на 100%. И для лодок до 50 футов будет составлять 1600 американских долларов. Соответственно, если мы сложим все позиции по прохождению канала, мы получим итог подорожания с 2500 американских долларов до 3300. Поэтому внимательно планируйте свой маршрут и обратите внимание, чтобы для вас не было сюрпризом тот момент, когда вы придете уже непосредственно в Панаму, чтобы у вас хватило бюджета на прохождение. Поэтому очень важный момент. Подписка, лайк и до встречи в следующей серии. А далее, собственно, информация о ценах.